Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем разница между кодами, почему одни коды срабатывают сразу практически моментально, а другие нет? В чем причина, почему так происходит? Представьте, будто едет две машины. Одна машина разогналась, и вторая за ней едет тоже. Так вот, вам необходимо перепрыгнуть с одной машины в другую, только ваша машина не может догнать первую, и вы не можете перепрыгнуть. Также и с кодами. Есть коды очень высоких уровней, и они могут работать только с теми людьми, у которых достаточно энергии для того, чтобы эти коды с ними срабатывали. Почему? У вас нет достаточной энергии для того, чтобы запустить эти коды. Я хочу вам сказать, что есть эволюция. Это эволюция энергии, эволюция работы над собой. Нельзя сразу начать читать коды или высшие коды, допустим, химпра, для того, чтобы привлечь и смотреть, или программировать, или внедрять в себя символ абсолютного богатства, там, какой-либо, который есть или который я даю. Почему? Возможно, не будет работать. Почему? Дело в том, что вы не готовы к тому, чтобы зарабатывать очень много или стать очень чрезвычайно богатым человеком. Почему? Вы сейчас, скорее всего, от зарплаты до зарплаты еле выживаете, у вас нет никаких сбережений, накоплений и так далее. А вы уже начинаете практиковать там, где, если есть миллион, чтобы получилось 100 миллионов. Ну и в этот момент необходимо начинать не с кодов, а начинать с мантр. В нашей школе есть для этого специальные мантры. Видите, открывайте мантру денег, там Видьям Дыхи Махешвари, Самастаматхила Дыхи Дыхими Парамешвари, или Шива Шакти Юкто Яди Бхагавати Шакта Прабхавитум Ночидавам Дайона Калоку Салах Спандитум Эпиата Ства Маратхиам Ханхаравинчи Дри Пирапи Пранам Тум Стотум Катава Крита Пуня Прабхавати. Или читайте Манипхадра, Кили Манипхадра, Кили Кили Манипхадра, Хили Манипхадра, Хили Кили Манипхадра, Ом Яхико Нишке там Соха. То есть читайте какие-то мантры, которые связаны с деньгами, там с Ядатхи Данаджини Грини Сарварта Сатаниши Шиналага Шиманана Шесити Анту Мантра Падайсваха. То есть читайте какую-либо из таких мантр. Обычно это первые мантры, с которыми вы пробуете знакомиться, и вот они являются вашим велосипедом. Сначала вы несетесь на велосипеде, потом перескакиваете уже на мопед, потом на мотоцикл, потом на машину, а потом уже на ламборджини, на гоночный автомобиль, покупайте ракету и летите. Так вот, очень часто так происходит, что человек не начинает с велосипеда, а сразу хочет с ракеты. Ну, а энергии недостаточно, поэтому ничего, собственно, и не происходит. Начинайте с мантр. Если в вашей жизни ничего не происходит, и вам необходимо, допустим, привлечь в жизнь материальное благополучие, и вы начинаете читать коды денег и не получается, начинайте с таких мантр. Находите мантры, их там очень много у меня есть на моем сайте. Больше всего я рекомендую, это 100-слоговая мантра Манипхадры, это Хили Манипхадра, Хили Хили Манипхадра и так далее. Вот читайте ее каждый день, обещаю. Если ее каждый день читать хотя бы 20 минут или 100 раз, то ровно через год в это же время, то есть в мае начали, в мае закончили, если ее год читать, кроме субботы и воскресенья, то через год то, что у вас есть, можно умножить на 1000 раз. Это проверено 100%. То есть если человек занимается такой пуджей или садханой, правильно называется это садхана, или чтением вот такой мантры, то со временем он может разогнать себя, и независимо от того, хочет он или не хочет, эта мантра приведет его к тому, что он станет богатым человеком. Как, собственно, и те мантры, которые я давал, это и Видьям Дыхи Махешвари, и Сьядатхи Данаджини Грини Сарварта Садхани, и там их целый ряд, все они в бесплатном доступе, находятся на моем сайте duiko.guru. Пожалуйста. Поэтому что-то с вами работает моментально, что-то не моментально. Также особенность кодов, мантр, заклинаний заключается в наличии у человека психической энергии. Так человек психическую энергию нарабатывает только в тот момент, когда он радуется или восхищается. Поэтому одна из практик, которую я рекомендую выполнять новичкам, это восхищение тем, что вокруг вас находится. Хотя бы произношение того, что мне нравится, что у меня есть там тряпочка, мне нравится, что у меня есть обувь, мне нравится, что я живу в этой квартире, мне нравится, что я проснулся, мне нравится, что я живу, мне нравится, что этот человек есть, мне нравится, что это происходит, мне нравится солнышко, нравится еда, нравится еще что-то, нравится. Почему так происходит? Очень часто люди сами себя программируют. Это происходит незаметно. И это происходит так. Человек обычно в течение дня начинает думать: ой, мне
не нравится, как выглядит там мама, не нравится, как кто-то чавкает, не нравится, как кто-то. То есть человек выбирает себе судьбу, в которой есть много всего, что ему не нравится. Тогда, если тебе не нравится и ты в этом живешь, то что будет происходить дальше? Будет происходить формирование реки жизни, в которой тебе больше и больше что-то будет не нравиться. Так появляются угрюмые, вредные, гадкие, такие кисло-уксусные люди, которым все не нравится. Почему? Кто виноват? Они сами себя это внушили. Не нравится, как он ест, не нравится, как разговаривает, не нравится, как обращается, не нравится, как думает, не нравится, что думает, не нравится, как смотрит, не нравится, где я, не нравится. А где же, знаете, жизнь человека — это то, что он проговаривает, и то, что он чувствует. Чувствуете, что вам все не нравится, знаете, дальше будет хуже. Так вот, для того, чтобы изменить судьбу, делайте все для того, чтобы вам нравилось. Нравится то, нравится это, нравится это, нравится то. Нравится то, нравится это, нравится это, нравится то. И вот так